песни дети. Вон, такие книжки классные. Будем выбирать сейчас. Для того, чтобы выйти из библиотеки, нужно просто книжку, все книжки разом. Не по одной, а просто там 5 книжек или 10 книжек кладешь, они тут же считываются. И все. Не нужно никому подходить, ты сам все делаешь. Кресло прикольное. Вау. Прикольно, да? Круто. Эти детские залы имеют детские стульчики. Детские столики. Посмотрите, какие классные тут модерновые. Подсветка, потолок, окна, стены. Это, разумеется, как сказать, отопление. Так кайфово сидишь. Вот куда уходят мои налоги. Они в карман чиновников. Смотрите, какой пол блестящий, как в хирургическом зале. А вон детские игрушки, смотрите. Можно играть здесь. Эти они бесшумные, чтобы не звенели. То есть крутиться-то не крутятся, но они не будут долбиться по ушам. Это тоже игрушки, видите? Их можно передвигать, поднимать наверх и двигать номера. Смотрите, такие малюсенькие стульчики. Ну, такой ляжка, такой как для куколки, видите? Класс, да? И вот такие стульчики деревянные. Видите, очень замечательно. А вот, смотрите, покажу. Смотрите, еще в поле какие-то штучки. Это, оказывается, charger. This is so cool. Вау. Ну, это всякие диски, DVD-шки. Вот, смотрите, эти crayons для детей. Бумага. Crayons. Классно, да? Вон такие пуфики, смотрите, какие классные. А вон дальше, смотрите. Ковер. Такой чудесный ковер. Мамочки тут везде сидят. Да? Счеты. Все по цветам раскладываешь, видите? Детей можно учить, да? Green, green. Black, black. Вот такие еще полочки. Тоже сиденья полочки. А вон, видите, там скамеечка, котенок. Или я не знаю, что, по-моему, котенок, какая-то кошка. Смотрите, еще скрабы, разные скрабы. Представляете, на ощупь. Дети же любят тактильность. Да. Динозавры. Офигеть. Еще видите, книжки раскрываются. Офигеть, яйца. Как динозавры. Офигеть, какая книжка классная. Да, мы ее возьмем тоже. Девушка вышла за своим самокатом, видите? Смотрите, Oceanology. Океанология. Офигеть. Саша, посмотри, какая океанология. Сюда клади. Сюда клади. 3D, видите, как... Эти книжечки. На ощупь такая ребристая книжечка. Все в книжечках.